Валерий Маругин долгое время работал на Херсонском хлопчатобумажном комбинате текстильным дизайнером, главным художником. Был членом Союза дизайнеров Украины. На выставке «Врата вечности» представлены 42 фотокопии и один оригинал работ художника. Работы настолько имеют силу, что они объединили, скажем так, ценителей его творчества. И существует в Херсоне клуб и постоянная выставка его работ. В Харькове, оказалось, тоже есть такое вот общество людей, которые очень ценят работы художника, впечатляются ему ими. И я считаю, что, наверное, это некая такая медитация или там диалог со Вселенной через визуальное искусство. Искусствоведы часто называют Маругина современным иконописцем. Доктор философии Ольга Федотова говорит, что Валерий Маругин писал изображения святых людей так, что энергетика, заложенная в этот образ, помогает зрителю что-то изменить в себе. Работы Валерия Михайловича, на которых он изображает лики Богородицы, Матери Мира, Божественной Матери, Иисуса Христа, Владык, они, естественно, все являются иконами. Художник считал своим учителем Николая Рериха. Так же, как и учитель, свои картины Валерий Маругин писал темпером, краской, растертой на яичном желтке. Всего написано приблизительно 500 работ. Большинство из них в частных коллекциях в странах бывшего Советского Союза, Великобритании, Румынии, Венгрии, Германии, во Франции, в Израиле, США. Уже изданы два буклета с работами Маругина. Выставка в областном центре культуры и искусства будет работать ежедневно, кроме выходных, до 27 февраля. Ирина Сайко, Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».